поступают нефтепродукты, темные и светлые нефтепродукты. С темными относятся масла, а к светлым бензин и дистопливо. Вот оно поступило в вагоны. Приходится сливать эти резервуары. Вот сегодня я ездила по заправкам, подбирала пробы на наших заправках. Вот сейчас я делаю эти анализы, проверяю качество этого нефтепродукта, что я добрала. Вот, одной и... Вот там рисочки специальные есть. И вот время истечения я проверяю. Подходит оно по ГОСТу. Вот каждый нефтепродукт, у него свой ГОСТ. Вот оно поступило, я проверяю, подходит оно к этому ГОСТу или нет. Сейчас опускают более высокооктановые числа. До 100. Самый высокооктановый – это 98-й бензин. Он самый более очищенный. До начала кипения 5 минут. 5-7. Это в бензине. А топливо, оно более тяжелое. Там до 15 минут греется. Сейчас в основном идет нормальный бензин. А первые дни, когда вы только начали работать? Ну, интересно было. Интересно.